Ребята, привет! Это Черногория, я нахожусь сейчас в городе Будве. Тут открылся новый ресторан с большой игровой зоной. Сейчас вам ее покажу, пойдемте посмотрим. Изысканный интерьер ресторана. Здесь можно посмотреть все новое, лабиринт, нету острых углов, все безопасно, маты поставлены, если ребенок случайно упадет, то он упадет на мягкое. Находится горка, лабиринт с разными прохождениями. Пойдем. Мягко, все, видно, что все новенькое, мягкое, не потертое ничего. Здесь вот видно, что можно заниматься лазанием наверх, подниматься, фиксация. Есть хорошая, как бы, искусственная трава. Есть труба мягкая, обвитая, где можно подняться. А тут можно вот встать и пролететь, как на зиплайне. Вот тут там жалко, что в наше детство такого не было. Здесь, видите, есть очень мягко вита. Если ребенок будет пробежать, то он хоть головой не ударится, будет мягко. С трубой можно вылететь. Классный регулятор. Там находится бассейн с шариками. Здесь горочку можно спустить прямо в шарики. Вот, да, тут как раз скалолазанием можно заниматься, лазить. А есть фиксации, даже выдерживает меня 70 килограмм. Ну, да, идемте, Василиса. Иди попробуй, поднимись, подоедет веревка, она прокатится. Поднимись, сейчас покажем. На зиплайне полетим. С помощью палок. Нет, держись. Я тебя там буду ловить. Давай. Спускайся, катись. Давай. Оп, умница, давай. Давай. Ей понравилось. Интересно. Да, ей очень понравилось. Мы дальше покажем. Пойдемте дальше. Еще. Вот тоже полоса препятствий. Тут полоса препятствий. Есть батут, где можно попрыгать. Вот он, батут. Вот дети влезают, и можно попрыгать на батуте. Пойдем. Тут батут есть. Так, здесь находится батут, где ребенок может попрыгать. Находится ресторан, изысканный интерьер, где можно посидеть, кружечку кофе выпить и понаблюдать за своим ребенком. За кружечкой кофе. Тут же также есть меню. Есть завтраки, есть обеды, есть ужины. За скромные денежки. Есть детское меню, где можно ребенка покормить и не бежать куда-нибудь в другой магазин. Можно посмотреть меню. Пойдемте. Здесь мы пройдем сейчас уборочную. Хозяин понимает, что Черногорию любят родители с детьми. И он удало сделать очень удобную уборочную, где можно прийти с вашим ребенком. Ребенок может сходить в туалет, есть специальный. Здесь находится пеленочка, где ребенка можно переодеть, подмыть. Есть шампунь, также если ребенок ваш бегает, можно феном посушить голову, пудра. Если вы вдруг забыли памперс, можно поменять. Комфортно, все есть, ничего не надо с собой брать. Идти сюда, игрониться, играться, наслаждаться. Здесь есть зал, как ожидание, или выпить кружечку кофе, пойдемте. Здесь находится огромнейший зал, где можно провести день рождения. Где ваш мальчик или девочка, ваш ребеночек может быть королем или принцессой. На самом день рождения, где все его будут поздравлять. Здесь ресторан сделан так для того, чтобы отдых для детей, где родители могут посидеть, поесть, а ребенок спокойно погуляет. Ну, поиграет в игровой форме. Сейчас я покажу, где находится этот ресторан. Ресторан называется «Театро». Он находится в Будве. Работает он с 9 утра до 9 часов вечера. В любое время можете прийти поиграть.
подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Где находится эта игровая форма, будет находиться под описанием. Кликните, нажмите и увидите, где находится. Все на карте. Ребята, до новых встреч. Я пошел смотреть за ребенком. Давайте.